снова я, Михаил Шилов, автор проекта корректура.ру, drshilov.com и многих других. Вы в подписи к видео найдете каких. Обязательно посещайте их. А сегодня вот о чем. В чем залог успеха? Стабильность. Вот смотрите, на протяжении нескольких лет я с утра вот так вот хожу и записываю эти подкасты для вас. Я же не просто хожу, да? Это я каждый раз с утра иду на тренировку. Подкасты я не каждый раз, конечно, сам записываю. На тренировку иду каждый раз. И вот я мотивирую вас. Результаты вы мои, конечно, видите. А есть результаты у вас? Вот мне пишут часто, значит, люди. Ну да, мы занимаемся. Вот как бы результаты быстрее. Понимаете, вся быстрота только в последовательности. Вы можете очень рьяно взяться за дело, активно, бурно, прям вообще пипец как. И несколько дней подряд заниматься по многу, тяжело. А потом сделать просто такой срыв, откат. И дать себе там отдых какой-то. Нет, отдых, безусловно, нужен, если это нужно на восстановление. Но не нужно тогда, когда вы просто не даете себе там индульгенцию. Вот погода пасмурная сегодня, и вы захотели раз и не пошли. Нет. Лучше заниматься не очень тяжело, но заниматься регулярно и постоянно. В определенном режиме, в определенной системе. Только система дает быстрый результат. Ну как быстро? Это не значит, что он будет за неделю. Хотя и за неделю даже какие-то могут быть результаты. Вот, но стабильно, а в отсроченной перспективе и долгосрочные, и серьезные результаты возникают именно тогда, когда вы работаете постоянно, регулярно и методично. Вот. Понимаете, проходит какое-то время, есть люди, которые занимаются вот такими там, урывками, что называется, по неделе. А есть те, которые занимаются каждый день по часику. В итоге за месяц накапливается у тех, кто занимается по часу в день, намного больше наработанных часов. А за год и тем более. Понимаете, 365 часов за год получится. Вот и в системе. То есть, когда делается упражнение по какой-то методике, они одно, другое, пятое, десятое, попробовали одну новобонную методику, быстрый результат нет, другую быстрый результат нет и так далее. Не будет эффекта. Поэтому настраивайтесь все-таки на то, что результат, конечно, будет относительно быстрый. Не понимайте мои слова буквально быстрый, значит, что вот прямо сейчас это все произойдет. Нет. Относительно быстрый это в перспективе несколько недель, несколько месяцев и так далее. И тогда все будет действительно реально получаться. Увидите, какой будет эффект от этого. Методичность, регулярность. Вот. Я почему сюда повернул? Потому что еще идет на встречу у меня один человек, который тоже занимается регулярно и методично. У него масса работы. Она неонатолог, кандидат наук, доцент. Работает много, у нее пациенты, работа. И все равно она и утром, и вечером находит время, чтобы пойти позаниматься. Вот она, моя красавица, моя жена. А почему еще об этом заговорил? Потому что на стадионе сейчас никого не будет, наверное. Потому что сегодня погода пасмурная. И воскресенье. Методичность, регулярность, системность. Только так.